нас в конце вопросы стоят, да? Как бы изначально мы сначала хотели в течение дня, какие будут вопросы, чтобы их вы могли задать братьям, ну, по темам, которые будут преподаваться, может, возникнут какие-то вопросы по ходу конференции. Знаете, мы решили сделать немножко по-другому, потому что целый день пройдет, когда в конце кто-то может что-то забыть и может где-то будет это затруднительно. Мы с братьями согласились сделать так, что после каждой темы будет молитва. Брат, преподающий тему, пригласит к молитве в конце, да, и будет уделено время для вопросов. Поэтому слушай тему. Если у кого-то возникают какие-то вопросы, то вы сразу можете их записочки подавать или просто запомнить себе, а потом, став, когда будет дано время сказать, чтобы мы могли сразу же, как говорится, по горячим следам обсудить эту тему. Ну, какие-то вопросы, чтобы как бы все было ясно. Хорошо? Теперь мы... еще вас спрошу. Все при регистрации, все зарегистрировались, кто здесь? Вопросы там по билетам, кому взять на обратный путь, все это вы потом будете верять, да? Ну, хорошо. Чтобы время наше тянуть, мы и так немножко задержались. Я хочу предоставить и города, и посмотреть, кто у нас здесь из гостей, кто у нас из, так сказать, делегатов. Это город Новосибирск, пожалуйста, встаньте. Мы вас посмотрим. Слава Господу, садитесь. Дивногорск. Дивногорск здесь, слава Господу. Стрежевой. Это Томская область, слава Господу. Слюдянка, Иркутская область, слава Господу. Зеленогорск, слава Господу. Осинники. Здесь сестры вчера видел их. Так, Братск. Братск. Одна сестра, да? Слава Господу. Усть-Илимск. Одна сестра, слава Господу. Шира. Вчера сестры приехали, слава Господу. Каргасок. Это Томская область. Двое, да? Слава Господу. Молчанова. Томская область тоже. Рады видеть вас. Город Белово. Кемеровская область. Слава Господу. Село Тигульдет Томской области. Здесь. Анжеро-Суженск, Кемеровская область. Слава Господу. Зыряновск. Зырянов здесь. Хорошо. Барнаул. Барнаул. Слава Господу. Вчера мы их обгоняли по трассе. Черемхово. Ага. Благодарим. Бийск. Бийск, сестры. Здесь. Иркутск. Иркутск, слава Господу. Ленинск-Кузнецк. Сестра одна, да? Город Юрга. Березовский. Здесь Красноярск. Слава Господу, мы рады, что независимо от расстояния у вас приехало достаточно количество, слава Господу. Междуреченск. Очень приятно. Парабель, Томская область, хорошо. Новокузнецк, Белый Яр, Томская область, Омск, мы вчера с ними вместе приехали, Ачинск, хорошо. Славгород, ну и Томичи, да? Сколько там мечей? Ну-ка, встаньте, я посмотрю на вас. Садитесь. Сказал, почему? Да. Всех назвал? Есть те, кого не назвал? Павлодар. Усть-Каменогорск. Так, надо сюда дополнить сюда. Это мне как подали регистраторы, пустили. Хорошо. Ну, и сегодня у нас в гостях, брат Павел Скороделов, вы его уже хорошо знаете, приехал поучаствовать с нами, иметь общение на конференции. Брат Олег, старший пресвитер с Новосибирска, тоже пожелал сегодня с нами иметь общение. Брат Геннадий Сомска, он, наверное, вставал, я не видел,
отвернута была от него, спиной к нему. А Алексей Игнатьевич, старший пресвитер, старший епископ нашего региона, извините, уже наперед другое думаю, мы его все знаем. И брат Ричард Циммерман, который тоже сегодня пожелал иметь с нами общение, и Бог все управил, слава Господу. И также у нас еще есть братья с Тюмени, да? С Челябинска, извините. Братья еще здесь в гостях. Поэтому у нас такая дружная семья, слава Господу. Но, конечно, это не вся наша семья, которая сегодня могла здесь собраться, правда? Если бы собрались все, то этого зала бы далеко бы не хватило. Но уже кто смог, у кого получилось, у кого сложились обстоятельства, тот сегодня здесь на этом месте. И в написано, ничего не можете делать без меня. И, конечно, всякое дело, мы с вами начинаем всегда с молитвы, да? Поэтому открыть нашу конференцию, сегодняшний день, мы попросим нашего начальника епископа Алексея Игнатьевича, пожалуйста, поделиться словом и пригласить нас к молитве.